Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем лайв-выступлении. Мы — это объединенная одним творческим вдохновением группы Boom Style и Филота Рима. Вас ждет неудержимый музыкальный полет, экспрессия и красота! Эмоциями, а может быть и тайнами. Ведь музыка — это универсальный язык, понятный без перевода, который не знает временных рамок и возрастных границ. Для нее все едины и в то же время глубоко индивидуальны. И если она достучалась до вашего сердца, значит, она будет жить там всегда. А какой мир она откроет перед вами, зависит только от вас самих. Мы предлагаем вам заглянуть в наш музыкальный мир группы Boom Style и группы Филота Рима. Авторская композиция Евгения Гришина «Sweet Soul».
Ocean! Иногда мы тоскуем потому, что для нас не так уж хорошо, сказал автор следующей песни Билл Уизерс. Я написал ее после каких-то событий в моей жизни, о которых я не даю себе отчета. Кроме Майкла Джексона, эту песню исполняло множество музыкантов самых разных стилей, в том числе Пол Маккартни, Айзек Хейс, Вайолет Хэмп, Принц, Стинг, Кенни Роджерс, Том Джонс и многие другие. Мы представим вашему вниманию свою интерпретацию этой прекрасной песни. Встречайте. Oh,
Музыканты группы «Филантарима» уже давно занимаются совместным творчеством. И неудивительно, что когда дело касается рождения новых авторских песен, все получается легко и здорово. Ведь каждый член команды привносит свою толику таланта и эмоций. «Удачный день» авторской композиции Андрея Капустина исполняет группа «Филантарима». Чаще всего автор вкладывает в рождающееся произведение собственные воспоминания, навеянные чем-то очень ярким и насыщенным. Конечно, это может быть и радость, и печаль, и трепет от прикосновения руки любимого человека –
и страх расставания, да все что угодно. Главное, правильно ощутить эту тонкую ниточку воспоминаний, уложив ее нотными бусинами на белый лист бумаги. И тогда она точно сможет отыскать своего адресата. Дорогие друзья, авторская песня от Айры. Там ждет она. Мы способны идти дальше, не оглядываясь. Когда мы прощаемся, мы всегда надеемся на встречу. Но иногда умение простить отразит, словно в зеркале, прощание навсегда. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Авторская композиция Евгения Гришина. Прощание.
но мы добавим праздничную нотку в наше выступление. Воображение, способное унести нас в невообразимые дали, может рисовать самые яркие и незабываемые образы. Итак, представим себе знойную Бразилию, обилие красок, море улыбок и карнавальное настроение. Группа «Филада Рима» и авторская музыкальная зарисовка Виктора Кипкаева. «Карнавал». Способны затронуть какие-то тонкие струны нашего настроения, вернуть нас по тропинке памяти в прекрасные мгновения нашей жизни и также помогают по-другому взглянуть на мир. Любимой исполнительницей Айры стала грузинская певица Нино Катамадзе, и она очень хотела включить в наше выступление одну из композиций этой великолепной артистки. Айра. Thank you.
одну за другой, пока не останется пачка пустой и запах горелой котлеты. Все суетятся, бегут, кричат еле слышно, а мы просто смотрим привычно в глаза, что случайно не лгут. Проходят года и столетия обычной ленты кино. Зачем нам смотреть на нее, когда вечность простым междометием застыла в их стадионимом, дымчатым туманом и свет перекрестным изъяном поет этим голосом. Полета. Каждый из нас подсознательно стремится к такому состоянию, и часто мы забываем, что именно музыка способна подарить нам эти эмоции. А нужно всего лишь довериться ей. Фристайл от Вадима Гурболикова и группы Филодарима. We'll be right back.
Раз, два, раз. О, спасибо, проснулись. Эй, спасибо, давайте поаплодируем звукорежиссерам. Это была группа «Холодарима», ваши аплодисменты. Мы только что привязали к стулу Андрея Лобина, нашего ведущего, и заклеили ему рот скотчем, потому что слова не дает сказать. Вот. Друзья, вас так много, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Спасибо большое, очень приятно. Вот, следующая песня, новая песня, я ее исполню для вас. У каждого из вас, наверное, есть Бог, если вы нет. Есть. Сегодня я буду обращаться к Терри. Самолеты, интернет, телефоны были созданы для того, чтобы сближать людей, но они еще, к сожалению, и разлучают нас. Вот. Люди разбросаны по миру жестоко. И у меня в этой песне есть такая просьба к Терри, чтобы она навела немножко порядок, совершила справедливость на этой земле, и чтобы тот человек, кто на другом конце света, был сейчас здесь, или наоборот. Думаю, каждый из вас сможет понять меня. Ехали.
мы искренне вас благодарим за то, что вы были в этот вечер с нами, за ваши аплодисменты и улыбки, за радость общения и просто хорошее настроение. Спасибо вам большое! Мы — это группа «Бумстайл» и группа «Филотарима». А именно... очаровательная, неповторимая, сногсшибательная, можно перечислять много комплиментов. Пожелать что-то на будущее музыкантам? Да, я с большим
большой радостью пожелаю, ну, во-первых, чтобы Бог, конечно, помогал раскрывать себя во всех проявлениях творческих, побольше экспериментов, не бояться, потому что через раскрепощение еще больше. И, конечно, как говорил Бердяев, что человек по-настоящему свободен только в творчестве. Поэтому я им желаю только творить, творить и творить. И не бояться ошибаться, надо идти дальше, потому что это здорово. Потому что выше слова только музыка. А что может быть? А музыка — это ворота. Уже когда ты достиг больших высот музыки, тогда открываются ворота сердца и души. Поэтому пусть Господь устранит и дает им возможность себя проявлять во всех гранях. Спасибо вам большое. Я даже сам не ожидал, что я так красиво скажу. Мы обязательно покажем, как мы ничего вырезать. Спасибо большое. Давайте мы посмотрим ваше впечатление. Какие-то эмоции? Учитывая, что я учился с Евгением Гришиным на одном курсе в Институте культуры, у меня впечатление самое наилучшее. Я желаю им только дальше творить, делать, и не падать духом вообще. Спасибо большое. Так, мы двигаемся дальше. Сейчас мы найдем еще ценителей искусства. Давайте там. Вы прям на камеру отыгрываете, что говорите прям на камеру. Как будто хорошо. Идем со мной. Девушка, кто вы? А, это Айра. Как ваши впечатления о сегодняшнем концерте? Мои впечатления отличные. Спасибо, мы двигаемся дальше. Идемте за мной. Просто я хочу сказать. Вы потом скажете, мы вас потом возьмем интервью. Идемте за мной дальше. О, вот, смотрите, вот у нас вот еще. Канал «Музыка для души». Скажите, пожалуйста, Владимир, какие эмоции у вас сейчас преобладают? Эмоции, что я еле сидел на месте. Очень положительные. Я от Женьки, на самом деле, я его знаю уже очень давно, лет 25, наверное. Вот, и я не ожидал, что он такой... Ну, такой, как он сейчас есть. Он такой замечательный, прям класс. Музыка хорошая, порадовал. Что самое яркое? Вот запомни, допустим, какая-то композиция. Ну, вот, то, что спрашивали про то, знаем ли мы кого-нибудь. Честно говоря, мы знаем большую часть музыкантов здесь на что. И знаем ее благодаря тому, что мы любим хорошую музыку. В общем-то, в этом все и дело. Мы сюда пришли для того, чтобы... потому что знали наверняка, что мы услышим здесь то, что мы хотели услышать. Поэтому спасибо всем вам. Я бы купил диск. Отлично. Вот это, по-моему, самое главное замечание. Нужно записать диск. Мы подумаем об этом. Идем дальше. Здравствуйте. Я вас где-то видел. Канал «Жизнь замечательных людей». Итак, у нас еще одна дама. Скажите, пожалуйста, вы были с самого начала концерта? Конечно, да. Ваши впечатления, эмоции? Что? Свежая, стильная, классная, красивая музыка, красивые артисты играют. И все очень красиво. Отлично. Вот это замечание настоящей женщины. Все очень красиво и гармонично. Прекрасно выглядит. Так держать. Как всегда, и вы тоже. Андрей, вот туда. Идем. Я сижу без работы. Здравствуйте. Не переживай. Папарацци в городе, как говорится. Да, конечно. Как любой. Канал «Жизнь замечательных людей». Великолепно. Скажите нам, пожалуйста, ваши, вот, может быть, совместно, не знаю, или как по очереди каждый, ваши эмоции по поводу того действия, которое происходило на этой сцене. Скажите нам. Здесь за столиком все давно знакомы. Вы с кого? Вы с меня начинаете, да? Великолепно. Друзья, спасибо, что вы преподнесли мне микрофон. Я хочу сказать, что это великолепный вечер. Женька создал замечательную вечеринку. Поясни, кто такой Женька? Женька. Это саксофонист Евгений Гришин. Да, это саксофонист Евгений Гришин. Я не побоюсь этого слова. Я давно знаю этого парня. И я сегодня пришел не один. Сегодня я пришел с другом. И мой друг также был практически удивлен этому событию и этой музыке, которая нас сегодня порадовала сегодняшним вечером. Скажите, пожалуйста, вот самое яркое из сегодняшнего выступления, как, вот, что больше вам всего запомнилось? Или, может быть, оно так одним калейдоскопом каким-то... общей картинкой у вас осталось? Либо, может быть, какие-то яркие моменты вы можете выделить? Знаете, я долго думал, что же сказать. Думал, так и не придумал, поэтому скажу, что думаю. Все было великолепно, просто великолепно. Спасибо.
Спасибо большое. Очень лаконичный ответ, а главное, искренний. Концерт прошел, по-моему, на Вам понравилось? Очень понравилось. Особенно понравилась Айра. И еще очень, конечно, понравилось, запомнилась композиция авторская. Авторские вещи, они всегда привлекают внимание. Вот. Ну, так как Женя знаком нам очень-очень давно. Более того, мы были когда-то одним коллективом и проработали очень много лет туда. Я думаю, что он потом сам это добавит и скажет, если посчитает нужным. Не буду афишировать за него. А успеху коллективу была по видеоматериалу знакомлена до этого с материалом, но не с авторским. Поэтому Айра просто the best. А Женя вне конкуренции, такой маленький бутман. Удачи. Мы перед этим спасибо большое. Нам уже там сказали, что даже хотят купить диск. Мы думаем об этом и наверняка все-таки сделаем это для зрителей. Ну что ж, давайте мы спросим у молодежи, которая вот здесь вот сидит. Итак, здравствуйте. Мы знаем, что вы являетесь искренними поклонниками, наверное, какой-то искренней душевной музыки, я так понимаю. Мы канал «Искусство жить». Скажите, пожалуйста, ваше впечатление по поводу того, что вы видели на сцене. Вот искренне, не таять, что понравилось, что не понравилось. Рубите правду матку, мы этого не стесняемся. Искренне мы в шоке. Мы переполнены эмоциями, энергетикой вашей группы. Позитивными, положительными. Исключительно положительными. Просто мы фанаты действительно вашей группы, вы молодцы. Вы талантливые, просто супер. Особенно идущие. Мы будем стараться двигаться дальше, выше и выше. Да. Пожелание небольшой группе. Можно, чтобы ведущий пел побольше немного побольше. Меня немножко забили, они сказали, что я так много говорю, поэтому если я буду еще и петь, то это будет перебор. Поэтому в следующий раз я все-таки постараюсь. Ну, да. Давайте мы у вас тоже спросим. Скажите, вот вы считаете, мало было авторских композиций от Айры? Нужно было добавить больше, либо все было достаточно гармонично? И что вам вообще больше всего запомнилось? Честно вам сказать, ничего круче не того дома встречать. Все было просто на своем месте. Спасибо большое. Удалось. Ну, как вы считаете, вот нам посоветовали записать диск? Вот будет ли он востребован у публики? Обязательно. То есть нужно стремиться работать в этом направлении. Это подтверждение того, что все-таки мы должны записать диск. Я могу держать вот так все крестики на руках и на ногах. Мы будем ждать. Сердечко в камеру изобразите там двумя руками. Вот. Нарисуйте его в воздухе. И поцелуйчик. Супер, спасибо. И еще одну. Давайте мы помучаем немножко вас. Здравствуйте. Канал «Искусство жить правильно». Мы очень хотим узнать ваше мнение по поводу того, что происходило на сцене. Как вы считаете, было что-то, может быть, чересчур экстравагантное, может быть, лишнее, может быть, наоборот, действительно было все так достаточно гармонично, что ничего добавить и не хочется. Выскажите свое мнение, мы никогда не стесняемся правды. Я вообще восхищена игрой музыкантов и вокалом певицы. Я считаю, что хорошая музыка всегда будет востребована. Я бы очень рада, что это Спасибо большое. Вот лаконично, искренне, это всегда цепляет. Вот честно, хочется творить и двигаться дальше. Это приятно. И давайте, это ваш супруг. Давайте мы у супруга спросим. Боже, мне когда снимают две камеры, начинают теряться. Говорить, куда говорить, где огонек. А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Супруга высказал свое мнение. Отличается ли ваше мнение от мнения супруги или все-таки совпадает? Вопрос такой. Ваше мнение по поводу того, что вы видели на сцене. Ну, пока я затрудняю. Обсудим позже. То есть вообще? Пока не могу, еще лайк пока не остается. Ну, мы будем надеяться, что это все-таки культурный шок, и когда человек немножко может привести свои мысли в порядок, он сможет высказать свое положительное мнение, потому что отрицательный, по-моему, тут быть не может. Нет. Мы же старались. Отрицательный. Мы так старались. В общем, все классно. Ну что ж, будьте с нами, никогда не переключайтесь, будьте всегда в мире хорошей музыки, всегда делайте то, что вы делаете в своей жизни, искренне от души, и тогда жизнь ответит вам взаимностью. Мы в это искренне верим. Пока.